И, одевшись в мундир мужа, стала бродить по Петербургу в образе нищей и бездомной. В нее швыряли грязь и камни, гнали ее, но блаженная всегда молча шла по улицам и молилась за людей. Сладость райскую в нищете духовной вкусившая, радуйся в молитве непрестанно пребывавшая, радуйся, Ксения блаженная, молитвенница в душах наших. Всем приглашаю к столу, а и паче слушать и смотреть, и видеть, и внимать выступлениям наших сестры, которые приготовили для нас программу. Недавно узнала, что она была покровительницей семей. Анатолий. Я участвую в концерте, пою песни. Ну, мне кажется, что из всех святых это самая такая реальная, самая правдоподобная, самая настоящая. Потому что все святые, они нас как-то, мы читаем житие, оно какое-то вот, знаете, от нас далекое, то есть это, ну, просто как история, да, а вот Ксения Петербургская, она настолько, мне кажется, реальная вот судьба человека трагическая, что, ну, да, я считаю, что это все вот было на самом деле, то есть это настолько вот реально. Еродивый Христа ради, повинуясь Божьей воле, отрекается святой от земной корыстной доли, выбрав путь совсем иной, не заботится о пище и о крови для себя. Видом он безумец, нищий, сердцем чистое дитя. Он блажен, его обидеть не решится сильный князь. Он обман и зло увидит, скажет правду, не таясь. Мы играем на этом инструменте каждый день, а люди, которые, возможно, здесь находятся, не каждый день видят такие интересные выступления, которые мы можем, наверное, показать.
и хочется обрадовать просто. До чего же все прекрасно и просто в мире твоем. Так давайте ж беречь эту красоту, беречь друг друга. Давайте будем друг другу добрее, снисходительнее. Давайте любить друг друга, и все у нас будет хорошо. А наш праздник продолжается. Песня так и называется «Праздники». Ансамбль «Веселые ребята». Солист Андрей Натальчук. Она не заперта, и если наступит время, когда тебе станет темно, ты помни, что Божие имя луч света, пронзивший стекло. Пусть у тебя будет вера, ясность ума и любовь, ведь все мы Господь не тело, ведь все мы Христова кровь.